куколка моя, это уже готово. Если вы не знаете, как ее сшить, вы можете перейти по ссылочке, которую сейчас видите на своих экранах, и перейти на страничку с мастер-классом по такой куколке. А я продолжу, и мне осталось сделать только лишь волосы, прическу. Куколка у нас особенная, шьется по особому случаю, вот, и хочется сделать ее тоже особенной. Прическу я начну делать из основы. То есть я сначала заваляю немного основания головы. Было бы лучше, если бы у меня был кардачус, но, к сожалению, кардачуса нет. Прикладываю к затылку, беру иголочку корона номер 36 и начинаю переваливать. Теперь я беру волосы. Сейчас я примерно сколько мне их нужно. Так. Хватит на мою задумку. Примерно по центру начинаю. Смотрите, укладываю волосы. Нижняя линия должна быть там, где у меня линия роста волос. И делаю центральный пробор небольшой. Не на всю длину головы, потому что я хочу делать прическу, для этого мне пробор не нужен длинный. Я хочу делать укладку. Осторожно возле шва, потому что иголка упирается, может сломаться в этом месте. Делаю эту прическу в первый раз, поэтому, возможно, что-то буду переделывать. Ничего, это тоже полезно бывает посмотреть.
вижу, что мне нужно еще волосы спереди. Сейчас будем смотреть, как мы можем сразу в прическу делать украшения. Промахнуться боюсь.
то, что я хотела, у меня не совсем получилось. Я вот взяла вот такую же готовую веточку на проволоке с тычинкой и просто на нее примотала розочки. Отрезала вот кусочек, отрезала, мне этого много. Сейчас я надо соединить в кольцо, померяю размер. Подходит. Обматываю я тейп-лентой. Образом мы довольно быстро сделали прическу кукле. Она у нас получилась очень-очень нежная. Вы легко теперь сможете создавать своим куколкам красивые прически. Если вас заинтересовал полный мастер-класс по этой куколке, вы можете перейти по ссылочке, которую вы сейчас видите на экране, и оформить заказ на мой мастер-класс по куколке Ангел. Также у этой куколки есть еще штанишки. О штанишках я рассказываю в моем мастер-классе по куколке Ведьмочки. У нее еще шляпка есть. Также к этому мастер-классу вы получаете мастер-класс по тыковкам бесплатно. И я желаю вам приятного творчества. С вами была Елена Максимова. До новых встреч!